Тан-та-да-тан-тан-тан-та-да-та! Вот и тан-тан. Фу, блядь. Сегодня я понял и убедился вновь, что многие, кто были, теперь уже не с нами. Семья на первых местах уже, а на друзей похуй. Реальные мужики – это итальянская мафия. Тот, кто смотрел «Клан Сопрано», это американская мафия. Те люди, которые действительно имеют мужской авторитет, они и семью имеют, и друзей не бросают в беде. Какой бы беда сложностью ни была, будь то довести, будь то занять адены, будь то да что угодно, в пределах разумного, все, что мною перечислено, два варианта это. В пределах самых разумных вещей обыденных. Сегодня не спал до 6 часов утра. Закрыв глаза, я понял, что не могу уснуть. Прошло час-два с 3 часов ночи. Я посмотрел, как Панини играет в казино, заносит бешено. Уже и кузине заносила вообще. Аж самому реально хотелось депнуть. С 1000 рублей 5000 было. Я вот не мог уснуть до 6, когда валялся. Пытался заснуть. А 8 часов уже намеревался Ярослав ко мне подъехать, чтобы съездить в УФМС. Я включил звук на полную катушку на телефоне, чтобы в случае чего даже услышать. Хотел будильник завести, но в этом айфоне хер разберешься, что там по будильнику. И как-то так получилось, что я проснулся не от звонка Ярослава, а от звоночка нет ни управдома или ЖЭКа, или Пескова. А я проснулся от звонка человека, который хотел камеру у меня купить. $400 за блэкмагик он мне предлагал. За просто тушку. Обычная тушка без шпенделя, который накручивается на штатив, без крышки, без козырька, без зарядника. Просто тушка. Но она ни разу лично у меня в руках не падала, как нижняя хуйня отломилась у меня с ножом. Что с ней вообще произошло? Я говорю, я не знаю, что с ней произошло. Давал корешу попользоваться, а вот в таком состоянии без нижней хуйни принес. Ну, ясненько, ясно. Ну, матрица там не бита, я говорю, нет, нет, все цельно, все цело. Единственное, на самом стекле немного пылинок было, я их растер. И вот именно, что я их будто бы растер. Я попытался карандашом захуярить. Я пытался карандашом захуярить не вашим, не тем, которым вы чертите на геометрии. А карандаш для объективов есть специальный. Но подходит ли он к матрицам, я не имел понятия. Вы знаете, что рисковые люди, они были всегда, и успех у них неминуем. Их успех рано или поздно неминуем, ждет успех этих людей.
смотрю, там черточка такая образовалась после того, как я провел этим карандашом. Я был осиной стороной, то есть другой там, двойной карандаш, один, одна сторона чистит, другая пылинки сдувает. Я попытался стереть эту хуйню. У меня получилось, что она вся размазалась. Ну и в таком состоянии сейчас и осталась. Я заварил себе кофе, выпил его, поорал немножко, поиграл в ЛП, чтобы гайды запилить, но у меня не получилось гайды сделать, потому что это элементарное ЛП. Мне выпадал клоквер, если что, он на силу. Гайды идут по порядку от шейкера, от Абаддона до Зевса. Ливал три раза или два. Помню точно. Из-за того, что узнавали, и все, мы начинаем хуёво отыгрывали. Обидно очень было. И как-то так произошло, что я вот не спал и до сих пор не спал. Ярослав обещал отвезти меня. Я хотел анализы спермы забрать. Сразу двух зайцев убить, продать камеру в том же городе, где анализы. Вот, потому что пацаны, мои советники первого эшелона, посчитали, что это может быть обман. Тот самый покупатель, это фейковый антифан, который провалил объявление и название. С наёбкой, с байтом на то, чтобы я в Москву приехал и проебался, а он там по камерам последил, поржал надо мной. И я ему говорю, давайте встретимся в Одинцово. Там я как раз анализ заберу. Вашему мужичку доехать до Одинцова 30 минут, может быть меньше даже. Это в 4 часа дня было. Это было в 4 часа дня. И знаете, а я не понял, у Мазохи что, микрофон? У него микрофон с ветки, что ли, идет? Нет, Самсон. Так вот. Это было 4 часа дня, а покупатель уезжал к себе уже на родину, если что, у него номер начинается с плюс 380. Ну, я, значит, такой, нихуя себе. Пускай он едет в Одинцово, и там увидимся, что мне в Москву, блять, потом за анализами, потом обратно в Москву по ней. Тем более, это может быть наёбка. Давай я в Одинцово. Он говорит, о, в Одинцово мой человек не может. А почему он не может-то? Почему не может? Ну, у него 7 часов, он не успеет. Как он 7 часов? 3 часа езды. Это он пол Москвы туда-сюда. В сумме всю Москву бы обколесил за эти 3 часа. Я обычно за 10 минут. Вот как выявить барыгу? Это, по сути, так мыслит именно барыга, которая... Ей время, все время, время. Вот я не барыга, я на самолет опаздывал за 2 минуты после окончания посадки. Прихожу, блядь, все, посадки нет, он бег из мощадки. Такие люди, как вот тот вот хуй на проводе, который за 400 баксов у меня камеру хотел купить, он... Именной барыга. Я уверен, у него мамка с папкой. Мамка Рокфеллер, папка Бульдог Харламов, блядь. Вот. Так вот. Получилось как? Получилось следующим образом. Что я Ярославу просил, чтобы он меня довез до Москвы.
А ориентир был на 6 часов до Москвы, до спермобанка. А там я в дороге думал договориться с ним на пятихатку, чтобы он меня в банк спермы завез и по пути к Панине. 500 рублей. Это для попутки, это пиздец. Ну это реально, Блаблакар столько стоит. 500 рублей Блаблакар с Москвы до Пензы, до Санкт-Петербурга, до Нижнего Новгорода, они на удалении примерно одинаково. Вот. И что в итоге? 6 часов не встает. Потом 7 часов настает. Я говорю, где? Где ты? Ой, 7 часов буду. 7:10, 7:20, 7:40, 7:50, 8 часов. 8 часов не встает. 8 часов он не встает. Не звонит. А я сижу, а мне уже лень. Как-то не по себе, что происходит то, что происходит. И волей-неволей ты начинаешь шибко по-другому мыслить. Уже полдесятого. И мне Ярослав только позвонил. И говорит, знаешь еще? Я тебя на юго-западный высажу. Посмотрите, сколько ехать от юго-западная до Коломенска. Там просто крюк-то. А ему нужно на фиолетовую ветку параллельно с Коломенской. Через одну. Говорит, не по пути. Заехать всего 10 минут. Сейчас время позднее уже. Машин почти нет. Не больше 10 минут бы заняло. Нет, вот сливается. Обидно. И ни анализ спермы не забрал, ни панили. Алло. Я у Мазохина. А мы с Вазохой едем. Ну вот сейчас Ярослав освободится. Ну, Дина не хватит там. Мазоха с Пашей, скажи. Ну давай завтра тогда, я сегодня посплю, высплюсь часов 11 в Мазохе, ну и выйду, проснусь 9:10, поеду, у тебя как раз 12 будет. Вот не надо, вот что-что, Стасик, я с этим вообще не проебываюсь. Со временем, сегодня Ярослав должен был меня два раза, казалось бы, человек уже, который семейный, там все такое, а ценности все равно. Нет. Два раза на ее, больше даже. О, а я не спал, ждал, терпел. Но он еще в городе. Так, вот и Мазоха тоже ждет. Мазоха тоже.
Ну да. К тебе, к тебе. Ну, разумеется. Все, давай, буду иметь в виду, хорошо. Да, хорошо. Скажи Примазохе, что... Чего? Да. Что да. Давай, давай. Чего? Ну, сейчас Ярослав, я... Нет, надежды нет. Как бы надежды нет на мессия и Ярослава. И если Ярослав подъедет, то... Поедем, поедем в гости, погостим. А завтра знаешь, какой день важный? Мы едем в доме смотреть. А? Мы дом снимаем. Охуевший коттедж. За 150 штук. И тебе это место тоже есть. Это рядом со Сколковым. Будешь хату сдавать Никите и Семёну. Ага, блин. Они ее поделят на трешку, блядь, и будут две комнаты из них сдавать, чтобы побухать. Мое сердце. Бля, пацаны, Караченцев умер. Слышал? Кто? Караченцев. Ну, на каратках? На тёте Ериных грядках, ёпта. Дурак, что ли? А прикинь, будут там над тобой смеяться, мам? Бля, по-моему, знаешь, это Мазоха, блядь. Это тот, который на анализах очень стал плохо, блядь. Когда брали мазох, ёпта, и а это Кирюха, блядь, рыжий. А Кирюха проебал, потерял сознание, проебал сознание. Нет, у него Кирюху, которого лавандос, которого у него пожизненный понос. Он как голод был, но никто не отрицал, потому что... Потому что... Ох, ох. Так-то я бы в часов 11 уже пизданулся спать на такси. Ты в курсе, сколько такси апельсин стоили? 130 рублей, ебать. Вообще все по городу по 130. Городскую сотку у меня брали 3 дня назад. 130. Сотку, я давал сотку. Ну, я верю, сейчас по 130. То есть сейчас даже городской 130? Все 130. Нихуя, это из-за нефти это ёбаный? Да. Слушай, ты заметил, да, вот какой перперец, да, нет? Нефть дорожает, люди беднеют. Обычно. С большим количеством нефти все по-иному. И пропорционально этому СНГшные тёлки с арабами ебутся. Потому что арабы, у них нефть там, они наоборот богаче становятся. Я думаю, блядь, при Львове 2021 год будет такой, что один араб, а таких арабов в Арабских Эмиратах, блядь, их, ну, до миллиона точно есть, там их население такое небольшое. А, нет, по-моему, пару, миллионов пять, по-моему, там суммарно, что-то такое, блядь. Так вот. Один араб сможет купить сначала один город в Подмосковье, потом выкупить место губернатора и их. Да, все, да. Вот, ты мне скажи, Мазок. А, сегодня дядя Миша рамсил Семёном. Дядя Миша? Да. Да он. Да, они встретили их у Падика моего, когда они... Кто, тетя дядя Миша? Да, встретили Семёна и Никиты у Падика. Да ладно, двоих прям. Да, двоих. Прям двоих так хлопнули, блядь. Сука, два, сука, нахлебника ебаных, блядь. И они
превратили в дружжи, блядь. Да ладно, блядь. Ну и что было рассказывать? Дядя Миша Семёна начал говорить, и Семёна говорит, что... На колени, блядь. На колени, сука. Заебали спахивать, вот жилетка, типа, блядь. Вы хуёво влияете на него. А мы с Семёном, сколько мы не виделись с ним? Да, блядь, полгода, больше полгода. О, он говорит, что мы не виделись с Кириллом дохуя времени. Чё ты, типа, пиздеешь там, блядь, перри... Uh-huh. Пошел нахуй, а слово за слово, и дядя Миша трахнул Семёна в очко. Да ладно. И сказал, ведь не очко обычно губит, а к 11 туз. Загоны пошли. Да. Лирика, лирика. Америка, мой. Уеду с тобой. Уеду с тобой. Уеду с тобой. Где с тобой? Больше я поеду туда. Туда, где туда? Куда не оттуда? Приходим в Молдаваны, нахуя? А ты сказала, что там оттуда. Баберблюда. Не скажет так прилюдно. Прилюдно. Хоть слово ты мне скажешь. Покажи нахуя, докажи нахуя, дохуя. Я скажу нахуя, докажу. Просто мы такие, ребят, важны. Мы нихуя такие важны. Ну влажны, влажны, дважды, влажны, дважды, трижды, мажды. Да, нахуя мажу. Нахуя ты скажи, нахуя докажи. Нахуя мы скажи дважды, трижды, мы как-то дважды. Нахуя ты скажи, нахуя покажи. Нахуя, нахуя ты скажи, нахуя скажи трижды. Нахуя Мэри, Мэри, Кришна, Маза Кришна, Маза, Маза Кришна, Маза Кришна. Ты будешь Кришна, Кришна. Нахуя, нахуя Маза Кришна. Это такая секта ова, потому что и дохуя чё-то пёва. Маза Кришна, это дохуя человек там, дохуя, дохуя. Только не вносит нихуя, да. Только она и вносит нахуя, да. Да, 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 только та-то дохуя, да. Да, только, только, только дохуя, да. Да, Маза Кришна, Маза Кришна, Маза Кришна. Это просто крышуется. Это вышка. Просто, это вышка. Это просто вышка. Ты где учился, чувачок? Ты пойми, ты учился где? ПТУ, ты пойми. А у нас тут знаешь что? Тех, тех, знаешь что? Техником, техником, техником. Техника, ага, техником. Техника, техника, Молдова. Да. Может быть, да хуя влияет, ничего ты как ничего не понимаешь. Техника, 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 училище, ще, ще, а уще все равно рифмуется, все равно повторяется, потому что все равно двоится. Шах, 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 да хуя, ты скажи, шах, шах, шах. Докажи, покажи себя. Шах, шах, шах. Я хотел тебе сказать. Это техника, техника, училище. Техника, училище. Техника, училище. Депортаторище. Это как варить щей. Ты ходишь с вареньем щей? Да хуя ты сейчас получишь ты лещей. Ишкалда, ишкалда, ишкалда. Просто тебе поебал. Ишкалда. Шау, шау. Шау, 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 шау. Нахуя повторять, нахуя говорить не буду, потому что если есть Иуда, нахуя говорить, нахуя есть Иуда, повторять не буду, потому что это есть Иуда. Пять минут пешком. Да, бля, мыться не обязательно. Бля, вам понравилось? На самом деле мы будем походить. Чуваки, вам понравилось? Не знаю, на каких-то...
Это тупо фристайл был. Я вообще от всей души тупо ебашил. Тупо. Блин, так может быть ты один исходишь? А вдвоем сходите. Чтобы... Зачем? А ты можешь ей аватарки мои показать, например, если она хочет посмотреть на меня. Или фотки в инстаграме. Дай амазоха. Достаю бутылку Джека и мазоха. Достает целый ящик шейка, милкшейка. Здесь нет алкоголя, мы в сухой России находимся. Да, был маленький мальчик, так как их да мальчик, мальдавальчик, так как ты дальчик. Он всегда хотел что-то там мальдавальчик, он хотел всегда много получить. Он всегда был при-при-преве, мальчик получить. Нихуя не понял, нихуя не доравил. Да хуя, что-то там доразвил. Да борт был, да хуя, что-то там. Да связался с нами, да хуя, что-то там пропал. Ты да хуя пригласил, чтобы перебивать гостя. Я же гостя хотят говорят. Гостя, говори, даю перевод. Гостя, давай. Гостя, давай! Мозгрыш, дохуя! Слишком дохуя, слишком нихуя! Если не было мозгрыша, потому что если пыша, если будет что-то так, что-то так попыша, нахуя, вы скажите, есть мозгрыша, банда! Тебе явно не живет. Я думаю, уже под фейком Мазоха and Vigilin. У меня что-то уже есть. В iTunes? Меня... Ну-ка давай посмотрим. Мазоха Project. Мазоха Project. Продюсер. Прослушав не буду. Там 500 000 000 нахуй. Мазоха бит. Мазошка Project. Про что петь говори? Давай про
камеру, что я пришел к тебе. Да охуела, дура, блядь. Как бит такой печальный. Давай первый куплю. Хочется плакать, плакать. Дура, 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 дура. Хочется брать у меня микрофон. Микрофон и камеру, амеру, тамеру, 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 тамеру. Потому что ты нахуя так делаешь? Нахуя ты так делаешь? Нахуя, нахуя, я же просто остался. Это моя жизнь, это моя камера. Потому что дал жить, это ты сам, Кирюха. Кирюха дал сам мне эту камеру. Потому это Амеру, просто повторяет Амеру. Ой, хочет показать склизу. Нахуя мне это все? Объясни, просто это тупо, это Лиза. Нахуя к Амеру камеру? Кирюха хочет забрать мою камеру Амеру. Дэйш 920, потому что заскаливает камера. Нахуя ты мне скажи? Нахуя ты забираешь Амеру, Амеру? Амера мне нужна для того, чтобы стремить. 24/7, я знаю, мазока кредит не терпит. 12 тысяч рублей каждый месяц, сами себя не покроют. Не покроют они сами себя. 12 тысяч рублей. Отдам ее никогда тебе. Я не отдам ее тебе в руки никогда. Потому что сам зарабатывай. Понял ты? Ты, сука, ебаный золото. Молдова. Так и можешь, блять, сука, ебашь нахуй на донатах. Потому что ты есть ебаная приставка. Ты есть ебаная стигмата. Ты есть приключение. Ты не я. Потому что я нахуя. Чё такое не сказать? Давай скажу. Привет, пока. Нахуя ты не хочешь отожать? У меня камеру, амеру, а не я. А не я, а не я, а не я. Нахуя, а не я, а не я. Нормальное звучание. Есть камера, камера. Есть камера, камера. Есть камера, камера. Поешь вам, блядь, мазока? Хуерит, ёпта, блядь. У вас золотую пластинку забирают. Меняют на платину. Поздравляю. Ваша золотая пластинка будет изыматься и заменена на платину, вот которую вам вручали на Грэмми 2018. Украина моя. Отстаньте от меня. Вручение в Ледовом дворце. В Ледовом? Не, как сказал? В Ледовом. Я сказал, в бледовом дворце. В бледовом дворце, мазуха. Бледовый парень.
Нет, хуйня. Love's got beats. Надо чуть-чуть перещелку. Щелку. Сказал, что? Что ты от меня не мог? Кто сказал, что? А что от меня не мог? Мы отдыхали, блядь, ёбаный ты в рот, блядь. Да. Блин. Грустно, микрофон.